С небес они появляются как молния, чтобы молниеносно и решительно сокрушить врага. С момента создания воздушно-десантные войска признаны элитой вооруженных сил. Сначала Советского Союза, а затем и Российской Федерации. Не зря их девиз «Никто, кроме нас». В ВДВ служат подготовленные, мотивированные и преданные родине бойцы, готовые отдать все свои силы и даже жизнь ради безопасности родины. На плацу прославленной 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии за выдающиеся заслуги в исполнении воинского долга, добросовестное отношение к службе и активное участие в патриотическом воспитании молодежи, а также за проявленное мужество в зоне СВО, военнослужащие десантники награждены государственными наградами и благодарственными письмами. Эта памятная дата установлена с 1930 года. Сегодня наш праздник посвящается тем, кто своим трудом, мужеством, верностью и честью продолжает создавать славу и силу Отечества. Дорогие товарищи, от имени жителей Ульяновской области и от себя лично поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск нашего великого непобедимого Отечества. ВДВ – это гордость вооруженных сил и всей России, а 104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – гордость ВДВ. В завершении митинга губернатор передал на фронт комплекты спутниковой связи для бойцов-десантников.